Вас приветствует Stars Exclusive. В этом видео пойдет речь про Ларису Лужину, но перед началом просмотра просим вас поставить лайк и подписаться на канал, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Известная советская и российская актриса Лариса Лужина, запомнившаяся зрителям ролями в таких кинокартинах, как «Главный свидетель», «Золото», «Так начиналась легенда» и так далее, стала участницей программы «Секрет на миллион». Как вы считаете, справедливо ли то, что многие советские звезды заканчивают свою жизнь в нищете? Напишите об этом в комментариях. Поделитесь своим мнением. В студии актриса пожаловалась Лере Кудрявцевой, что вынуждена в старости жить в нищете. Ее пенсия составляет всего лишь 30 тысяч рублей. Больше всего ведущую шокировало заявление Лужиной о том, что ей приходится сильно экономить на продуктах питания. Она часто вынуждена питаться лапшой быстрого приготовления, поскольку не может позволить себе большего. Несмотря на такие жалобы, известно, что у актрисы есть большой дом в курортном местечке Болгарии. Также она дарит дорогостоящие подарки своим внукам. Лариса Анатольевна до сих пор испытывает чувство вины перед своим единственным сыном, который воспитывался в интернате. Для сына Павла это стало трагедией всей жизни. У него трое сыновей – Даниил, Матвей и Прохор. И звездная бабушка им уделяет больше внимания и времени, чем когда-то своему сыну. Семейного счастья Лариса Лужина не обрела. Во втором браке у нее родился сын. Однако ей это не помешало бросить супруга и уйти к другому мужчине, который был намного ее моложе. Их отношения не сложились. В итоге Лужина была замужем 4 раза, и все браки оказались неудачными. В этом плане она была весьма ветреной особой, что отразилось на жизни сына. Желаем Ларисе Лужиной достатка и здоровья. Ставьте лайки и подписывайтесь на Stars Exclusive.